3 октября, да, ну и надеюсь, вы узнали, что это за дядька стоит, да. Ну, сразу скажу, досмотрите видео до конца, и вы поймете смысл этой съемки. В общем, проснулся я утром по некоторым причинам. Да, ну вы догадались, наверное, уже по каким причинам. А может быть, не совсем. Ну, сейчас картина будет во всей красе. Красота просто будет неописуемая. Так что не переключайтесь. Да, смотрим видео до конца. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Ну и так далее. Ну, это как бы все рекомендуют такие слова вставлять. Да, ну, мы не особо рекомендуем. Ну, такая картина. Если вам что-то видно, вы что-то узнали, напишите в своих комментариях. Да, потому что я, например, ничего не вижу. Ну, рядом только, правда, вот кусты, деревья. Да, ну, вон немного гора виднеется. Вернее, не гора, а лес. Ну, гора с лесом. Да. Ну, вот так вот мы еще напомним, где мы находимся. Да, это как бы подсказка вам. Ну ладно, кто не догадался, вот там находится Святогорская лавра. Да, если вы ее увидели, вот там от скала Николая Чудотворца. Если вы ее увидели, узнали, напишите, да. Ну, как-то так, да. К сожалению. Что произошло, история умалчивает, может кто-то курил, да, в сухую траву кинул бычок. Всякое может быть, да, ну ладно, будем ехать дальше. Этого дядьку нам только одного видно, больше ничего не видно.